новая камера. Да, неужели? Лучше перекольцо купил. Я готов. Я готов. А вы готовы? Вейпер — это сила. Денис. У тебя так много девиц. Все они нереальной красоты. Денис. Ты весь такой зашибись. Мы хотим быть такими, как ты. Денис. Йоу, what's up, с вами Денчик, и это мой новый влог, поехали! Привет, сынок. Привет. Ничего себе, новая камера. Да, неужели? Лучше перекольцо купил. Какой ты молодец, Дэн. Ты теперь сможешь снимать лайв постоянно? Да. И тебе хватит карты памяти на 8 гигабайт? Все, не базарь. Дэн, у тебя новая камера? Класс. Нет. Короче, приехал там в офис, и сегодня мы работаем. Танцевальный мастер-класс. Там... Скоро у нас выезд, пати-бас. Будем ехать, раскидывать подсказки. А потом я появлюсь, как обычно. Здорово. Здорово. Я пью кофе. Круто. Вкусный кофе. Вкусный кофе. А точнее латте. Латте! А Серега скажет латте. Латте, да, Серега? Я скажу. Ты скажешь, мне экспресс, пожалуйста, да, Серега? Сегодня я псих. Я доктор. Ты доктор. Я в прошлый раз был псих. Короче, уже приехали. Дети готовы. Антон готовится. Энтони. Вас послушать? Сейчас. Давай. Дышите. Не дышите. Я готов. Я готов. А вы готовы? Нормально, да, такой в центре города? Оп. Ща полечу этих малолеток. Смотри, чтоб они тебя не полечили. Да футболисты. Да ладно. Ну что, уже Антона отправили? Скоро мой выход. Открой, пожалуйста. Спасибо. Так, ну что, мы уже стартанули, Антона отправили и едем раскладывать подсказки. Куда ты, блядь, едешь? Shut the fuck up, Мениго, what the fuck are you doing? Короче, идем прятать первую подсказку. Что делать? Что ты делаешь? Что, бумажку? Замки воруют. Запихиваем. Замки воруют, да? Смотри, как оно светло. Я как-то раз поймал, она с маркером стояла здесь. Замки зачеркивала имена старые, списала свою. Ира писала. Ира плюс Денис равно лав, навсегда лав. Выпани. Вейпер — это сила, вейпер — это зло, вейпер — это нива, сало и дерьмо. А, вон она сидит. Короче, там маленькая крыска сидит. Сейчас маленькая крыска на ее хвост, посмотри. Вон, посмотри, смотри, смотрите, смотрите, какая она большая. Блин, прикинь, мой кот сожрал морскую свинью. Ту? Да. Да ладно? И сестра в универ домой не пускает. Серьезно? Да. Ты прикалываешься? Нет, ну реально, я вчера прихожу, говорю, а кубик домой приходил. Сестра такая, пусть не приходит. Он типа съел. А как он ее съел? Не знаю. Мне кажется, зубами. Точно ждем сейчас детей. Мы оставили конверт на мосту. И когда они найдут его, мы поедем дальше. Бах. Сегодня у нас квест, и я сегодня псих. Ты пока не переоделся? Я еще не переоделся, да, и сегодня очень холодно, уже как бы осень, поэтому нужно уже одеваться. Чувак, ты в кофте, куртке и в майке. Тебе хоть и в шапке, блин. Боже, а вот это вот и наши дети. Наши дети. Ну, не наши дети, да, а дети, с которыми мы сегодня работаем. 12 футболистов. 12 футболистов, вы следите. Да ну ладно, бля, Серега, дурак, ты испугал меня, камера аж дрогнула. Я на это надеялся. Там бы крыса снова. А, да. Ну что, вот, короче, уже детки ищут конверт.
Все, погнали. Все, уходим, 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 уходим. А вообще прошло все очень-очень классно, круто. Денчик, ты красавчик, спасибо тебе. И тебе спасибо. Очень молодец, мы отработали. Дети были более-менее нормальные. Детям сразу ударился очень сильно головой, а так вроде бы... Но я всех предупредил сразу, все. Он тебя хвалил, да? Фух, отработали. Едем в офис переодеваться и домой. Удивление, удивление. Сегодня тот день, когда мы заказываем суши, а именно день нашей стипендии. У нас всегда есть такая традиция заказывать на каждую стипендию по большому сету и ужираться. Денчик, расскажи, что случилось. Ничего не случилось. А что это за пятно? Это соус. Блин. Снимаешь, не снимай. Ну что ж, очередной влог подошел к концу. Спасибо за ваши просмотры. Также, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем влоге. Всем пока!